В четверг, 19 октября, на канале СТС вы сможете посмотреть пятую серию сериала «Плакса». Продюсированием данной картины занимается солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Как и в случае с Евгеничем, топовым проектом канала «Пятница». С экранов прозвучат лучшие хиты артиста. Предварительная работа над телесериалом заняла 1,5 года. За это время успели написать сценарий и сочинить треки. Съемки стартовали в конце марта 2023 года. Сергей Жуков является генеральным продюсером, музыкальным продюсером, автором сценария. Он всегда мечтал популяризировать живую музыку среди подростков, чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра ранеток, взялись за гитары. Кроме того, например, героине хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты, что и происходит с Машей, которая не принимает в новой школе.